И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. Ну что ж, друзья, я просил вас на прошлом выпуске написать комментарий по поводу следующего открытия, и выбрал один, и написал его iMonster Chris. Шиморо должен стать легендой. Шиморо предстоит сразиться с главным злодеем. Для начала Шиморо надо преодолеть зимний лес, 2 зимних кейса, после чего надо сразиться с фениксами, 5 фениксов. Потом Шиморо найдет револьвер, 1 револьвер кейс, в зимнем лесу. И вот Шиморо пришел на бой. Это был эпичный бой между добром и злом. 2 новых кейса Wildfire. Выжил. Сильнейший это был Шиморо. Когда он вернулся в город, жители в один голос воскликнули «Браво!» и один кейс «Браво!» Мы, естественно, открываем. Ну что ж, друзья, интересный комментарий, потому что, в принципе, я захотел миксануть как раз вот эти вот кейсы. Купил вместо 2 Wildfire, купил 5. То есть у нас есть 5 фениксов, 5 Wildfire и разных коллекций еще несколько. И давно мы не открывали зимние кейсы и спортс. Поэтому я решил это сделать. И специально для вас мы начинаем, ребята, новое открытие. Поехали! Ну что же, с чего мы начинаем? Мы начинаем как раз с 2 зимних кейсов eSports. Погнали, друзья. Надеюсь, нам повезет сегодня с зимними кейсами eSports. Хотелось бы. Но да, нам повезло сегодня с зимними кейсами eSports, ребята. Фиолочка выпадает нам сразу же. Слепое пятно. Это, кстати, весело. Так, стоп, мне нужно уйти вне сети. Небольшие проблемы. Так вот, да. Чтобы никто не мешал, никто не вылезал и не выпадал. Что-то я как-то этот момент упустил, ребят, ну ничего страшного. Поехали дальше. Еще один зимний кейс eSports у нас открывается. Еще один зимний кейс eSports. И нифига себе! Еще одна фиолочка, дорогие друзья. Начало открытия безумное. Спасибо вам, кстати, ребята, за лайки. А это очень важно. Спасибо вам за поддержку серии. Посмотрите, как классно у нас получилось. 2 пушки с зимних кейсов eSports прямо с завода выпадают. Ни хрена же себе, ребята. Поехали дальше. Операция Феникс нас ждет. Операция Феникс. Это будет невероятно, если выпадет еще одна фиолочка. Но выпадает нам синечка. МАК-7 Райский Страж. Что является абсолютно заслуженной пушкой в Феникс кейсах, ребята. Ладно, ничего страшного, поехали дальше. Уже начало положено, крутое, как я считаю. Главное, чтобы это начало продлилось. Но нам продолжают падать МАК-7, друзья. С чем это может быть связано? Габен, ты что-то перепутал. Габен, ты должен ножи. Ножи Габен должен, потому что давно уже их не было у нас. What the fuck? И еще одна фиолочка, ребята, выпадает нам. Нифига себе. И из такого маленького количества кейсов, 5 штук, нам у нас уже 3 фиолки, ребята. 3 фиолки, это просто эпик. Надо двигаться дальше. Фиолетовый дроп я считаю за отличный дроп, потому что в основном зафлужена синька вот такого качества во всех кейсах в стиме. А Valve, конечно, молодец. Valve знает, как надо делать кейсы, what the fuck. Это просто жесть. Называется «Без шансов, друзья». Давайте мы вам с 30 кейсов дадим все синее. Конечно, выпадают ножи, но, блин, ради этого и хочется открывать и открывать, потому что ножи могут выпасть разные и очень-очень дорогие. Ладно, поехали дальше, друзья. У нас есть... Один револьвер кейс следующим идет, точнее. Мы находим в зимнем лесу револьверный кейс. И его сегодня, ребята, вскрываем. Давайте дрюканем этот револьверный и посмотрим, что же выпадет там. А там выпадает еще одна синька. В это факт. Ну, что-то ты мало мне фиолочки дал, братан, на самом деле. Хочется побольше, поэтому давай не расслабляйся. Потом мы попадаем, естественно, на бой. И это эпичный бой между добром и злом. 2 кейса Wildfire. Но у нас их 5, поэтому мы начинаем вскрывать 5 кейсов Wildfire. Из которых нам еще не падало ни одной красной, друзья. Пока ни одной. И нам выпадает синька стат-трек МАК-10 Люпизгатор. Хорошего качества, что ли, еще? Немного поношенный, ребята, падает. Это радует. Давайте возьмем первый ключ, который у нас лежит, и откроем последний. Опа, там что-то красное, неужели появилось? И снова стат-трек синька, стат-трек тег 9 Джамби. Что-то сегодня Wildfire у нас на стат-треках, смотрите нас. Выводит, как говорится. Ладно, пробуем дальше. Пробуем двигаться дальше, друзья. Это очень... Ох ты! Как ты рядом была со мной!
розовенькая, ребята. Но нет, ну нет, пока ничего не происходит. Мимо пролетела и все. Ручкой помахала на МВП, ребята. Опять летает мимо. И ничего, ничего, ребята, пока сплошная синька. Надеюсь, еще на Браво. Вдруг в кейсах Браво нам что-то упадет, ребята. Это же тоже немаловажно. Так, поехали еще. Wildfire продолжает крутиться, вертеться. Стат-трек Royal Legion, ну же! Сука, тоже помахал ручкой нам, ребята. Как-то странно. В Wildfire'ах ничего не заслужено. Ладно, поехали дальше. Браво, кейс! Last chance to win this shit! Давай, мэн! Давай! Ух ты! Фиолочка с Браво, это очень круто, на самом деле, потому что падает в основном синька. Упала нам цирка, ребята, использовать в контракте мы ее не можем, зато мы можем поиспользовать в контрактах ту синечку, которая нам сегодня зафлудилась. Давайте это сделаем, друзья. Почему бы нет? У нас как раз ровно на контракте синенький. Смотрим, что выпадает. SG-553. Пульс. Нормально. Нормально, я считаю. Не хватает еще одной пушки. Здесь у нас не хватает контрактов на фиолочку. К сожалению, друзья, здесь у нас не хватает. Да, здесь тоже не хватает. Но, тем не менее, фиолочки сегодня выпало дофига. И даже выпала фиолочка с Браво кейса, ребята. Для Стима это очень круто, как мне кажется. Поэтому спасибо вам, друзья. Ну, а мы продолжаем открытие. Поехали на сайт и посмотрим, что мы можем вздрючить там. Поехали. Ну что ж, друзья, мы попадаем на сайт csgohappy.ru, где будем пробовать дрючить сегодня скинчики, ребята. На балансе у нас 2589 рублей, и это есть, в принципе, на что разжиться. Давайте начнем, наверное, с тайного сразу же, ребята, без шансов. Шансы будем добавлять потом. Посмотрим, что у нас из этого получится, и есть ли у нас вообще какие-то шансы. Погнали, крутись, рули. Да ладно, в байтсайд! Это плюс на 500 рублей примерно. Нет, сука, это плюс на 3... Это все равно плюс, ребята. Видимо, закуп. Видимо, закупный день сегодня. Это очень радует. Что там падает? Так, ну здесь синька-синька. Говнецо, говнецо, говнецо. Пока не видно, чтобы что-то еще падало. Но вот пацан после меня сразу же выбивает галильчик. Отлично. Отлично. Мне это нравится. Давайте сюда пройдем. Тоже без шансов. Без шансов, ребята. А, интересно посмотреть, что у нас без шансов выпадает. Вообще может без шансов провести. Я не знаю, открыть это. Что-то я всегда... Ах ты, сука какая. Здесь в минус ушел. Так, там уже предложение обмена нам залетает. Ладно, забираю. Забираю. Давайте вот так. Вот еще раз. Опять же, без шансов, ребята. Мне без шансов повезло. На бойца, ребята. Но боец какой-то говеный, видимо, закаленный в боях там на 300... Да ладно! What the fuck? Что не тайное, то дичь! Слышь, чё, блин? Еще раз. Еще раз без шансов. Еще раз без шансов мне вскрывай. Давай на нож теперь. Нихера себе! Чё за херня? Нет, здесь в минус. Здесь в минус. Ну, ёпта, блин. Ладно, я все сейчас заберу. Я все сейчас заберу. Хорошо. Хорошо, я понял, сюда. Без шансов, ребята, вскрываем. Нихера себе, ребята, залет. Нихера себе полет, ребята. Лайков достойно много. Нихера себе. Здесь уже в говно иду. Ёлки-палки, неужели? Не-не-не, давайте еще пробовать. Давайте еще раз, сколько там по сумме, ребята. Еще есть сумма, еще давай мне. Без шансов, ребята, вообще без шансов вскрываю. Нахер надо. Ребята, я всегда бомбил шансы. Ну, ну, выкатись мне. Ах ты, сука, все-таки в минус пошло. Не, ну я сумму окупил уже. Блин, ну много раз в минус, конечно, пошел. Сука, ну два раза. То там один небольшой плюс, можно сказать, у меня один большой плюс. А, блин, не знаю даже. Давайте еще раз засекреченность с 30% шансом, ребята. Посмотрим, что у нас здесь повылетает. Нихера себе, денечек. А, два подряд, ребята. Да ладно! Забери меня скорей! What the fuck? Сюда сразу жму. Я бота хочу осмотреть сейчас. Там, скорее всего, страниц 50. Ну, 47 как минимум, блин. Ёлки-палки вещей. Ёлки-палки. И здесь нам выпадает... И здесь нам выпадает вещь за 19 рублей. Минус, а плюс, плюс, минус, 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 плюс, минус. Вот так вот мы с вами, ребята, влетели. Ну-ка, дай-ка мне, скорей. Увози за 100 морей. Меня бот сейчас интересует. Нихера себе, надо, блин, вскрывать. Или что за фигня? Видимо, ай-яй-яй-яй-яй. Вы-то ролик, ребята, увидите в воскресенье, а сегодня-то субботка. Вы посмотрите, какой красивый бот. Нет, страниц мало. Два драгонлора.
куча всего закуплено. Сразу, посмотрите, бросается в глаза тебе и М-ка. What the fuck? Но это сейчас... Оу, закуп на боте! Как я и говорил. Да. Нет, ну и говна много закуплено, но закуп на боте отличный. Просто дичь. Ну, сейчас-то уже все кончится, конечно. Ты факт, нифига у него скин. Посмотрите, королевский синий, какой скин красивый. Как он светится. Да, закуп на боте, ребята, есть. И говнеца, конечно, много, но сразу видно. Вы видели, да, там бойцов просто. Просто бойцами забито. Ёлки-палки. А чем там еще помимо бойцов? Мне уже, в принципе, повезло, я уже доволен. Так, что там еще помимо бойцов есть? Что там еще помимо бойцов? Помимо бойцов у нас здесь сайрексы закуплены. А, при мне вот этот синий глянец выбивали, но это не так дорого. Ножей очень много. Такую мы одну отжали. И такую мы, ребята, отжали. А, то есть этих было мало, но мы их жамканули, которые остались. Видимо, кто-то открывал, там по шансам было мало. Давайте, ладно, забирать это все дело. Нифига себе. Вы видели, да, ребята? Смотрите, бойцы висят. Сейчас кто-то бойцов будет пытаться этих дрючить. Ладно, давайте примем все это. Я думал, больше страниц будет. Обычно, когда прет на ящиках, это как раз большое количество вещей тупо. Но здесь большое количество вещей, но очень много трэша. Хорошо, что нам этот трэш не попался. У нас было, помню, какое-то открытие, где вообще лилось трэшачок. Конечно, я там, по-моему, вровень вышел. Не в плюс, а вровень. То есть, но там вообще сыпались, ребята, одни вот эти вот. Вот это вот говнецо, МАК-10 неоновый гонщик. А это вообще меня радует, ребята. Такой влет мне нравится. Ёлки-палки, what the fuck, man. Кровь в воде прямо с завода еще и отжитая. Так, обмен завершен. Обмен завершен, бот отключился. Так, давай еще. Я без шансов открывал. Помните, я много раз спрашивал, что вообще эти шансы влияют? Нет, по мне так они... Ну вот сейчас я с уверенностью могу сказать, что они особо не решают, как бы. Но хотя, смотря, наверное, какое открытие, все это рандомно, по идее. Ладно. Вскрыл без шансов, ребята. Нифига себе, вскрыл так вскрыл. Вот это я намолотил. То есть 2500 вкинул, с 5 ушел, получается. Так, ну-ка. Дай-ка мне. Steam, только ты не лагай. А может, Steam лаганул? Хотя Steam и бот связаны. Вещи не связаны. Ладно. Еще раз F5. Еще раз F5. Да, больше ничего нету вроде бы, да? Я же ничего больше, ребята, не забыл. Давайте проверим в моих заказах. Что там у нас в заказах? Вот это мне, пожалуйста, верните. Вот это мне, пожалуйста, верните, пожалуйста. Я хочу это забрать. Что-то пока оно... Ага, вот оно в обработочке, ребята. Сейчас должен прийти обмен. А то я думаю, что-то я забыл вкусненькое еще. Да, давайте забирать. Два раза кликнул так. А это какого качества у нас? Вкусняшечка. Немного поношенная, ребята. Немного поношенная вкусненькая штучка. Изумрудный дракон, из которой можно крафтить, ребята. Вы сами что знаете. Огненный змей. Так, идем вот сюда. Идем вот сюда и забираем вот здесь. Забираем еще раз. Эй, давай. Метод Элуфт. Все нормально. Так, вроде бы все, да, забрали, ребята? Да, вроде бы мы все забрали. Да, все забрали. Давайте F5. Steam хоть на F5 теперь реагирует. А то у меня была проблема, что Steam на F5 не реагировал. И осмотрим все скины. Естественно, в КС-очке сейчас, ребята, чекнем. Выпадает нам или не выпадает нам красота. Просто немного поношенные бывают как прямо с завода, поэтому очень интересно на это посмотреть. Боец, ну, по идее, немного поношенный, стоит так дешево теперь. Понятно, почему у него такой закуп пошел. Он теперь дешевый, как вы видите, да? Но тем не менее, это чуть-чуть, но в плюс. Вот это радует штука, да. Безусловно. Это говно, это минус, это минус, это минус, это минус. И вот это радует штука. И вот это радует штука, ребята, немного поношенный, отлично выглядит дракончик. Ну что ж, дорогие друзья, неплохо мы сегодня с вами вскрыли, как я считаю. Спасибо вам за лайки, ну а мы, ребята, увидимся на следующем видео. И всем пока, до новых встреч, желаю вам удачи и счастья, увидимся.